вот этим виноградом, кишмиш, вот этот виноград, вот этим виноградом буквально 10 дней. Фермер Шевкет Алиев с гордостью показывает освоенные угодья. 80 деревьев айвы, 600 деревьев черешни, инжир, виноград, арбузы и дыни. Каждый кусочек земли в деле. Бронхиальная астма, сердечная недостаточность и сахарный диабет не мешают ему заниматься любимым делом. Мы когда пришли, здесь было заросшее. За 20 лет деревья, сами представляете, сливы, деревья. Но мы, у нас основная группа, это лидеров, 12 человек, которые основной костяк. Ну, мы приняли своими силами. Нам сказали, никто не сможет сделать. Мы убрали, сделали. Сейчас вот видите, что мы имеем. Шевкет Алиев возглавляет Крымскую общественную организацию, которая появилась в 2014 году ради помощи инвалидам. Сейчас в организации более 100 человек. Валентин Дейнега – пенсионер, инвалид по сахарному диабету. Здесь он обрабатывает землю. Помогаю. Машина, прицеп, культиватор у меня. Вот обрабатывает землю, помогаю. Все, наконец-то у нас появился свет. Теперь же для организации это большое дело. Теперь же мы можем перспективно развивать свое сельское хозяйство. А теперь у организации появился и трансформатор. Шевкет Алиев подключает 100-киловаттную подстанцию. О такой мощности электроэнергии мечтал 5 лет. Появление электричества позволит свою натуральную продукцию пустить на производство варенья. Именно здесь начнется строительство консервного цеха. Уже готов проект. Осталось найти инвесторов. По словам руководителя организации, завод обеспечит более 20 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и многодетных семей. А для выращивания саженцев винограда планируют построить еще и теплицу. Вот, общественная организация помощи инвалидам, вот она борется. Мы помогли со своей стороны от администрации с земельным участком. Мы дальше продолжаем помогать, оформлять. Крымэнерго большое спасибо помогло. Сейчас человек обратился с тем, чтобы помочь ему еще 2 гектара получить в аренду. Благодаря поддержке государства в будущем Шевкет Алиев планирует освоить еще 12 таких земельных участков под сельское хозяйство для масштабного производства крымских фруктов и ягод. Также увеличить рабочие места для жителей Крыма. Султанеся Такаева, Эльдар Заитов, телеканал «Миллет».